Обильные снегопады продолжаются всю зиму. Очередной прошел минувшей ночью, и уже с раннего утра городские службы занимались устранением его последствий. Территория города поделена на участки, работы на которых ведутся поочередно. У меня 6 таких участков. Значит, работает на данный момент у меня 8 единиц техники и 48 человек. Значит, проводим работы по уборке снега, вывоз снега. Работаем в усиленном режиме, в круглосуточном. Ребята работают в 2-3 смены. Техника также работает 2-3 смены. За выходные, значит, вывезли более 1500 кубов снега. Во дворах снег сначала собирают в большие кучи, после чего начинается вывоз на специальный полигон. Ситуация осложняется из-за припаркованных машин во дворах. Рабочим приходится вручную вычищать пространство между автомобилями. Если бы припаркованных машин не было, мы бы убрали все техникой. Это было бы гораздо быстрее и эффективнее. О предстоящей уборке во дворах автовладельцев предупреждают заранее через объявления и социальные сети. На проезжей части приходится подключать сотрудников госавтоинспекции. По вот широким дорогам, там ГАИ ездят, они эвакуируют, эвакуаторы убирают машины. А вот придворную территорию очень сложно убирать. Самая сложная обстановка с уборкой в 6-м микрорайоне на Березовой и Завидной улицах, а также в Купеленке. Чтобы помочь коммунальщикам и самим себе, инициативные жители объединились и в выходной день вычистили свои дворы от скопившихся снежных завалов. В целом, видновчане отмечают, что городские службы справляются со своей работой, но есть места, на которые стоит обратить внимание. Да, во дворе, в принципе, убирает, но там у магазина очень скользко. Я, допустим, еле прохожу, я не знаю, как более пожилые люди будут проходить. До конца календарной зимы остается еще месяц, а значит, борьба со стихией будет продолжена. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.